Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, что происходит на строительстве Евпаторийского шоссе. Это всем нам известная трасса Симферополь-Евпатория-Мирный. В той стороне новый терминал аэропорта Симферополь. И вы видите, как сегодня выглядит основной ход. Для динамичного развития экономики региона и страны в целом необходимо современное совершенствование транспортной системы. Именно для этого Министерством транспорта Республики Крым принято решение о модернизации существующего аэропорта Симферополь. Однако для эффективного функционирования транспортного узла необходимо создание современной сети автомобильных дорог. Для этого разработан ряд мероприятий, в составе которых в том числе входит строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория. Мирный. Мероприятие представляет собой строительство дороги категории 1Б протяженностью 24 километра 470 метров, в том числе реконструкция участка Симферополь-Красноперекопск с четырьмя полосами движения и разделительной полосой, что обеспечит бесперебойное движение транспортных потоков с наибольшей пропускной способностью. Расчетная скорость принята 120 км в час. Пропускная способность трассы увеличится с существующих 14 880 до 27 560 приведенных единиц в сутки. Проектом предусмотрено строительство 6 транспортных развязок и путепроводов и 3 надземных пешеходных переходов. При обустройстве дороги предусмотрено возведение шумозащитных экранов, барьерных ограждений, автобусных павильонов, а при ее строительстве – использование современных материалов, таких как щебеночно-мастичный асфальтобетон и дорожная разметка, нанесенные термопластиком. Предусмотрены мероприятия по обеспечению передвижения маломобильных групп населения. Сроки строительства определены с первого квартала 2018 года до четвертого квартала 2020. Государственный заказчик – ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Генеральный подрядчик – ОАО «Центродорстрой». Друзья, я первый раз на этом объекте, и, честно говоря, вот сразу хочу вам сходу передать свои ощущения. Трасса будет просто живописная. Она идет, можно сказать, по полям, обходит территорию аэропорта. Тут столько пространства, столько воздуха, здесь столько Крыма. Ну все, двигаемся дальше. Итак, друзья, вы видите основной ход строительства, и получается, что в этом проекте именно этот участок будет являться трассой Таврида. Посмотрите, какое весеннее небо. Краски просто как на картине. Техника работает полным ходом. Друзья, дорога начинается от текущего Евпаторийского шоссе, недалеко от поворота на старый терминал аэропорта Симферополя. И в проекте заложено строительство 5-километрового участка трассы Таврида. То есть получается, оттуда идет 5 километров трассы Таврида, и вот здесь строится развязка, от которой непосредственно начинается строительство новой трассы, новой Евпаторийской трассы. Итак, мы с вами движемся по основному ходу и сейчас будем проезжать развязку. Возле развязки, которая соединит Евпаторийское шоссе и трассу Таврида, мы с вами остановимся, и я буквально на месте покажу, где она будет расположена. Друзья, вот прямо у нас уходит трасса Таврида. А вот здесь как раз будет дорога на Евпаторию, которая в районе Школьного примкнет к текущей дороге, дальше будет реконструкция вплоть до Скворцова. И это будет как раз первый этап строительства Евпаторийского шоссе, трассы Симферополь-Евпатория-Мирный. А мы с вами продолжаем движение, пока по основному ходу трассы Таврида. В проекте заложено строительство участка трассы Таврида именно вот до этого места. Мы до него доедем, потом развернемся и вернемся в основной ход Евпаторийского шоссе. Итак, мы с вами разворачиваемся. Попутно вы можете увидеть, как работает техника,
и мы движемся обратно к развязке, и с развязки уйдем непосредственно в сторону Школьного по Евпаторийскому шоссе. Сразу хочу сказать самую главную вещь. До того, как я попал сюда, непосредственно на строительство этой дороги, я думал, что пока это все только на бумаге. Но на месте я был приятно удивлен. Оказывается, уже развернуты масштабные работы. Я буду тщательно следить за этой стройкой. И если вам тоже интересно, подписывайтесь на канал «Капитан Крым». Я жду ваших комментариев. Многие ли из вас планируют поехать по этой дороге в Евпаторию? До скорых встреч. Ваш Капитан Крым. Всем пока.